Поздравления. Пожалуйста, девчонки, мы ждем вас на сцене. Маме привет, Ирина. Так, микрофоны нужны? Так, тихо там, галерка. Покуда вертится земля, нам всем нужны учителя, что все тропинки и пути нам в жизни помогли найти. Понимаешь, начинается урок, представляешь, ты приставка, я предлог. Соображаешь, русский слов, но солнце луч, он велик и он могуч. Понимаешь, понимаю, чай не лаптем щи хлебал. Представляю, очень круто ты попал. Соображаю, нам экзамены сдавать, сочинение писать. Понимаю. Дорогая Ольга Анатольевна, от всей души вас поздравляем. Много теплых, нежных слов написать вам обещаем, сочинений и стихов. Наша любимая Наталья Игоревна, учитель биологии, за весь животный мир в ответе, и жизнь, и смерть в одном предмете. И мы надеемся, что скоро, путем единственным отбора, свой добрый и усталый глаз вы остановите на нас. Поздравляем учителя физики Валерия Вячеславовна. Чтобы многого достичь в школе или дома, нужно физику постичь, знать законы Ома. Наш любимый педагог, мы вас уважаем. Пусть здоровье даст вам Бог. Счастья вам желаем. Поздравляем учителя географии Татьяну Ивановну. Вы учитель нам открыли реки, страны, города. Мы предмет ваш полюбили и запомним навсегда. Поздравляем учителя химии Надежду Александровну. Предмет ваш очень актуален, среди нас особо популярен. И просим вас, нас не броните. Коль мы витаем в облаках, вы нас, пожалуйста, простите, процесс химический в мозгах. Поздравляем учительницу истории Ольгу Анатольевну. Бежит стремглав времен течение, эпох меняется канват. И тех веков важно значение, чтобы изучить, поняв сполна. Учитель даст вам просвещение, полезным знанием одарит. Сильной истории значение, она от промахов избавит. Поздравляем учителя информатики Павла Борисовича. Информатика – серьезная наука, без нее сегодня никуда. Windows – непростая штука, чтобы знать, мало надо вам туда. Но Павел Борисович предмет свой доступно объяснит, потому что он все отлично знает. И каждому из нас находит свой подход, отсюда наши знания. Вот. Конечно же, хотим поздравить нашу любимую учительницу по физкультуре Наталью Игоревну. Бегать, прыгать, отжиматься не умел совсем, признаться. Но спасибо физкультуре, изменился я в фигуре. В праздник День учителей я спешу скорей-скорей вас поздравить, мой учитель, а здоровье попечитель. Поздравляем учителя математики Любовь Камерову. Ваш строгий взгляд не безразличен, ваш четкий ум нам симпатичен. И счастливы, и рады мы, что нам, которые год верны, мы математику грызем, других наук не замечаем, и в результате твердо знаем, Эйнштейнами мы не умрем. А также мы хотим поздравить наших незаменимых помощников в повседневной школе жизни, которых на этом празднике часто, к сожалению, забывают упомянуть. Поздравляем нашего дорогого библиотекаря Мадину Астемирову. Спасибо вам, что есть вы на земле, что выбрали нелегкое призвание. Ведь книга – это тоже путь во мгле, и без нее трудней дорога к знанию. Не ставят завхоз нигде обелиски, а сколько в работе их страшного риска. Пожар, СЭС, МЧС, ФСБ. Так жизнь не проходит в извечной борьбе. Все время в заботах. И там она, и тут. Спасибо за вас, замечательный труд. Поздравляем наших учителей английского языка. Желаем в будущем году быть непременно well to do, keep fit и
only healthy food, nuts, porridge, vegetables and fruits. You'll be lighter than Mary and no doubt happy Mary. И, конечно же, мы не забудем поздравить наших любимых учителей немецкого языка. Итак, внимание. Александр Сергеевич Пушкин. Я вас люблю. Ich liebte dich und liebe wohl noch immer. Я вас любил, любовь еще быть может. Den ganzen Stab in meiner Seele nicht. В душе моей угасло не совсем. Doch möge dies Gefühl dich nicht bekümmern. Но пусть она вас больше не тревожит. Ich stelle das nicht gern in schlechtes Licht. Я не хочу печалить вас ничем. Ich liebte schweigen, ohne zu versichten. Я вас любил безмолвно, безнадежно. Von Schüchternheit, von Eifersucht gequält. То робостью, то ревностью томим. Ich liebte dich so innig und so zärtlich. Я вас любил так искренно, так нежно. Gott mit dir, wer der andere so bedenkt. Тогда и вам Бог любимый. Девчонки, большое спасибо. А я хочу сказать вам всем, дорогие дети, конечно, спасибо вам огромное за сегодняшнее поздравление. Самое приятное, что мы, учителя, можем увидеть и услышать, это ваши искренние слова, это ваши номера, которые вы готовите, потому что это самый ценный подарок, который мы получаем. И я хочу сказать вам с большим удовольствием и с абсолютной уверенностью, я думаю, что сейчас меня поддержат все наши учителя. У нас самые лучшие дети! Спасибо вам большое за праздник! Спасибо, дорогие ребята! Спасибо! А мальчишки сейчас взрослые не расходятся, а стульчики...